А ты что развалилась? Мы обыск проводить не будем? А смысл? Криминалисты тут 100% уже все вылезали. А если найдем что-нибудь? Или пару килограмм чего-нибудь? Пыли в шкафах. Ли, расслабься. По-любому нас сюда Макаров отправил, потому что в РУВД какая-нибудь проверка, чтоб мы не мешались. Ну кайф. Тогда займемся полезным спортом, например.